Орловский Арбат открыл новое имя. Для Оксаны Олениной это первая персональная выставка. Раньше автор лишь участвовала в совместных проектах других художников. Техника, в которой рисует Оксана, называется «Мазковая живопись». Цвет мазка, его размер и форма выбраны предельно точно. Я очень люблю в живописи сочетание цветов. Может быть, иногда ярких, иногда более приближенных друг к другу. И вот постепенно мазками квадратными вот играю с цветом. Ну, как-то у меня само собой это получилось. Хотя уже позже я смотрела импрессиониста, некоторые похожие техники работают. В работах Оксаны прослеживается явное влияние импрессионизма и реализма. Из 29 выставочных картин большая часть навеяна впечатлениями от заграничных поездок. Есть и орловские виды. Не только мозаика географическая, но и мозаика – это та изумительно интересная техника, которой работает Оксана. Выставка в галерее «Арбат» продлится до 24 ноября.